Так, я снова в Коска. Всем привет, ребята. Сейчас сделаю обзор музыкальных инструментов. Гитара, смотрим. Цена. Гитара нас не интересует. Вот караоке установка. Классная, классная. $200. Без одной копейки. Прикольная. И сейчас я вот что остановилась, я увидела пианино. Классное такое пианино, ребята. Смотрите, со стулом. Made in. Не вижу Made in. Стоит $700. Тоже без копеечки. А, Малайзия. Made in Malaysia. И... Так. И... Классное. Пианино, смотрите, много места не занимает вообще. Звук шикарный. Еще и настройки здесь. Класс. Класс, класс, класс. Так, ну что, идемте дальше. Посмотрим, что интересненького на сегодняшний день я увижу. Обязательно вам покажу. Велики, велики, велики. А ну, почем тут велики? Вот какой-то скутер. Где цены? А, вот, $40. Прекрасный скутер, цена классная. $40. А, смотрите, вот такой мопед. Прикольный такой мопедик. $270. Прикольный. Кому нравится, пишите. А может, у кого-то уже есть. Так, и велики по $30. Без одной копейки. Но мне понравился вот этот вот мопедик. Классный. Ковры, ковры. Ковры, ковры. Почем ковры нынче? $200. Вот такие. А вот такие по 100. И вот такие по 100. Классная цена. Но не нужно. А нам не нужно. Я все сняла. Вот так. Привет. Hi. Это моя племянница Мария. Делаем совместный шопинг. Так, ну что, мы... Ой, какой комодик хорошенький. $700 комодик. Хороший. Такие дешевле. Я такой видела за 50. Где за 50? Бэушный, на маркетплейсе. А, бэушный. Вот это классный, да? Мне нравится. $700. Хорошенький. В столовую, наверное. Этот классный тоже. $600 цена. Прихожие, вон я смотрю. Но уже не пойдем. Письменный стол. Тоже такой, да? Облегченный вариант. Так, мы зашли за джемом. Идемте туда. Вещевой базарчик. Жилеточки по $13. Шорты. Вот моя лазанья любимая. Значит, взяла вот уже поменьше размером. Две упаковочки меньшего размера, но цена на большую и на маленькую. На две маленькие упаковочки, смотрите, 16,49. А была 15, девочки.
Вот идет подорожание. Видимое подорожание. Очень вкусная лазанья. Не все полуфабрикаты я люблю, но это просто шикарно. И не нужно тратить время на приготовление лазаньи в домашних условиях. Так. Ну что, показать вам, что я беру. Взяла джем. Очень классный джем. И он уже заканчивается. Смотрю, уже буквально одна вот эта палета осталась. Вот взяла 6 банок. $9 с копейками. Ну, $10 баночка. Классная натуральная органик. И здесь смесь ягод. 4 вида ягоды. Клубника, вишня, малина и что там? И это, блюберри. Обалденно. Взяла печенька наша любимая, взяла еще сухую вишню. Добавлять запеканочку в каши. В общем, классно. Это завтрак для племянницы. Ну и пармезан. Посыпочка, да, в пасты. Сверху на пиццу, в яичницу можно добавлять. В общем, пока вот так, пока отоварились. Но я думаю, что это не конец. Пройдемте дальше. Смотрите, я прохожу мимо и решила вам показать. Видите, один рядочек остался этого джема. Все. Поэтому скоро его не будет. Вот так. Поэтому я и взяла в таком количестве. Запасаюсь, семья-то увеличилась. Чем я дополнила свою корзину? Это я взяла ветчину. Всего лишь, ребята, $10. Вот так. И взяла манго-нектар. Смотрите, такая большая-большая упаковочка. Баночка, бутылочка. И органик. Всего лишь $6. $6. Возьму, попробую. Мне кажется, будет вкусно. Итак, что у нас новенького в нашей корзине? У нас новенькая. Сейчас беру я вот такую закуску, беру новую. Попробуем, будет ли. Вот, племянницы младшие. Взяли какие-то батончики. Взяли типа байлис. И взяли, что еще мы взяли? И взяли виски. Вот такое. Едем дальше, но мы уже практически на выходе. Это можно сказать, готовимся к Новому году. Спиртное набираем уже, да? И магазин уже готовится к Новому году. Смотрите, уже куча украшений. Смотрите, какая огромная игрушка классная. Сколько она стоит? Ты стоишь $110, вот такая красота. Вот, видите, все, уже скоро Новый год, Крисмас. Сделаю обзорчик немножко попозже. Да, у меня есть такие. Все, выходим. На сколько долларов? Здесь, наверное, будет на долларов 200, я так думаю. Наша потребительская корзина, да? Правильно это называют? Да. И ничего, никакого мяса. Обалдеть. Ну, посмотрим сейчас. Итак, все про все. У нас $180, да? Да. Да? Да.